Мария Бугрова впервые приехала на хаски-трип и взяла с собой свою собаку, которую когда-то забрала с улицы. То, что много людей сразу в одном месте, объединена на общую идею, это прям очень вдохновляет. Получить положительных эмоций, как следует выгулить, нагуляться обоим. И общение, грубо говоря, с единомышленниками и общение моей собаки также со своими сородичами. Первый в этом году поход с хаски привлек несколько десятков человек. Пушистого компаньона можно было выбрать уже на старте. Дружелюбные собаки, радостно виляя хвостами, с нетерпением предвкушали прогулку. Собак, чтобы руководить, вообще тоже кто-то достанет. Поэтому лучше бери Макса, он спокойный. Все собаки, участвующие в походе, когда-то были пойманы на улицах. Самарский реабилитационный центр регулярно принимает найденышей хаски. Многим из них удается найти новых, ответственных хозяев. Они очень энергичны, именно по этой причине часто становятся бездомными, убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. И мы придумали такие походы для того, чтобы поднимать важность этой проблемы, что перед тем, как завести собаку, человек должен о ней все узнать. Хаски – это рабочие собаки, и мы такими походами даем им возможность поработать, а также пообщаться с людьми, стать более социальными и, может быть, в итоге стать домашними. В завершении желающие могли промчаться на собачьей упряжке. В этом году в реабилитационном центре начали обучать хаски этому навыку. Собираемся, чтобы подарить ласку, внимание, погулять по природе, немного узнать родной край. В первую очередь проект, наверное, доброты. Проект, в принципе, очень сильно разросся. Я думаю, что будем продолжать. Осталось придумать, как это делать летом, так как хаски все-таки зимняя порода и, ну, собачкам жарковато лет. Походы с хаски проводятся в Самаре второй год. Их создали для того, чтобы дать возможность активным собакам выплеснуть энергию, а людям провести время в компании пушистых друзей, оказать им помощь и, возможно, познакомиться со своим будущим питомцем. Почти все участники предыдущих походов уже обрели хозяев. Следующий хаски-трип планируют провести уже в феврале. Дарья Соловьева, Игорь Казановский. События.